Девчонки и мальчишки, меня зовут Почемучка. Осень сейчас в самом разгаре. Интересно, а почему деревья сбрасывают листья? Здравствуй, Почемучка. Здравствуйте, ребята. Попробую вам помочь. С поверхности листьев интенсивно испаряется влага. Летом дерево получает ее из почвы, а зимой это невозможно, так как вода замерзает в земле. Поэтому деревья сбрасывают на зиму листья, чтобы не погибнуть. Кроме того, во время листопада дерево избавляется от избытка минеральных солей, которые накапливаются в листьях в течение всего лета. Сбрасывая листья осенью, деревья защищают себя от ломки веток под давлением снега, скапливающегося на листьях. Надеюсь, вам было интересно. До новых встреч!